Да, сегодня речь пойдет о ноже GS, ставший уже знаменитым. GS от компании Dendro. Данный нож выпускается в Японии по заказу компании Dendro. Выпускается очень давно и уже влюбил в себя очень многих поклонников, как охоты, хотя, на мой взгляд, он не совсем к ней подходит, так и для туризма. А вот для туризма этот нож очень хорош. Нет, конечно, любым ножом можно разделать все что угодно, и на охоте этот нож будет тоже незаменим. Но, на мой взгляд, слишком острый кончик может кое-где и попортить шкурку. С другой стороны, вы все равно им что-то доразделаете. А вот для туризма этот нож просто незаменим. Да и вообще для общего пользования, скажем так. Дело в том, что этот нож стал победителем известного теста. Попробуй сломай нож. Так вот, этот нож Dendro GS никто сломать так и не смог. Вы могли видеть эту историю на просторах интернета. Единственное, что не выдержал этот нож, это прямой выстрел 12 калибра с метра. Вот так вот. Прежде всего, нож цепляет красотой и гармоничностью. Действительно, клинок удался. Просто очень красивое изделие. Рукоять сделана из кротона со специальными выемками, так что он никогда у вас не выскользнет ни в мороз, ни в холод, ни в воду, ни в лед, ни даже в кровь. Это AUS 8. Сталь, конечно, не премиум класса. Твердость закалки этого ножа 58 единиц. И, как я вам уже говорил, нож очень износостойк к нагрузкам. Дело в том, что сломать его практически нереально. При этом режущая кромка довольно долго держит заточку. Кстати, очень легко поправляется и точится. Я думаю, что если кто-то решил приобрести такой нож, а это уже практически легенда, приобретает настоящее японское качество в торговом доме Dendro. Всего доброго, до новых встреч!